Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, то котик перестанет грустить. Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в мега-офигительную игрушку под названием Bloons TD 6, понятное дело. И сегодня играть я буду еще и не один, даже больше, чем Свайпити. И сегодня буду играть вместе с Свайпити и Тимуром. Всем привет. Всем привет. Ну и будем сегодня проходить какую-нибудь новую карту в кооперативе, поэтому не забудь поставить лайк, а мы начинаем. Ну и сегодня будем проходить довольно-таки интересную карту, называется она «Под землей», так что здесь мы будем сражаться под землей, и конкретно сражаться будем как? У нас здесь вот такие вот зоны получается, сверху строится Вапити, слева строится Тимур, снизу можем строиться мы все, потому что четвертого игрока у нас нет, а я строюсь справа, по идее. Вот такой вот у нас будет замес, карта довольно непростая, надеюсь, что мы все же сможем пройти и осилим. А то будет совсем грустно, если не получится. И, ребята, еще раз попрошу поддержать данный ролик лайком, чтобы Bloons TD выходил еще больше, а то у меня давно ролики не выходили, как вы знаете. Поэтому я не знаю, нравится вам Bloons TD все еще или нет. Поэтому давай лайк ставь. Будто так, спасибо за целую тонну бабла. Зачем мне прям столько, ну, нать? Все прям. Вы мне просто все деньги скинули. Я пополам. Скидывай дальше на Адору. Я пополам поделил, там сами разберетесь, как у вас там лучше будет. И давайте сразу. Я сразу же скажу кодовое слово. Сегодня будет кодовое слово алмаз. Вот все. Сразу же просто со старта, чтобы заспавили комментариями, чтобы я знал, что вы все еще меня смотрите. Вы про меня не забыли ведь, да? Я буду плакать потом. Будет грустный кот. Я буду грустным котом. Вот, так, ладно, на, вапите деньги пока что. Забирай все мои деньги. Ой, ура! Так, тебе хватает, не хватает на Адору? Все, конечно, хватает. Да, мне осталось только Тимуру теперь бабла накидать, чтобы он нас поставил Бенджамина. Так, зачем ты прокачки идешь, если тебе Бенджамин нужен побыстрее? Да я что-то это, сейчас... А в своем мире у меня тут так все хорошо. Зачем? У меня обезьянка есть. Я тут просто плюс, я так-то сам с собой играю. Вы плюсы. Они на меня работают. Кстати, Тимур и Вапити тоже ролики записывают, поэтому если хотите у них посмотреть серии, то где-нибудь в описании ссылки оставлю. И у них тоже будут ссылки, наверное, на меня, если кто-то меня не знает каким-то образом. Это будет странно, но допустим. Это не будет необычно. Так. Ну, мало ли, кто-то придет, например, ну, может кто-нибудь написать в комментариях, типа... есть кристалл, есть гораздо. Вот кто придет от Вапити или от Тимура, можете в комментариях написать, типа... Я тебя первый раз вижу. Да, если вы не знаете реально кристаллы, напишите ему там или нам, что мы его, вы как бы его первый раз видите, нам будет интересно почитать. Допустим. Кто первый раз видит кристалл? Так, я... Кто проживает? А, стоп, я вообще-то хотел поставить одну штуку, хотя, наверное, я все же другую штуку поставлю. В принципе, хуже это не будет. Так, сейчас надо накопить. Я так сделаю, только нужно поставить. Хотя нет, стоп, я лучше по-другому сделаю. Ну, посмотри, сейчас антиян работает, это тоже хорошо. Я чуть бабла покоплю просто. Я вот думаю, как мне красивее здесь воткнуть. В принципе, можно и так сделать. Сейчас я так сделаю. Нужно в принципе воткнуть хоть что-нибудь. В принципе еще. Я воткну что-нибудь. Это без так, этого ну, никуда. Понятно. Так, и вот так это вот. Это прям понятно. А, и... это тоже понятно. А, так, и еще хотел я вот так вот сделать на ближайшее будущее. Вот так вот. А, алхимика. Ну, логично, да. Вот, все, хорошая команда у нас здесь будет. Надеюсь, что будет работать она так же хорошо, как и она звучит. Так, повторную заморозку, улучшенную заморозку и всякое остальное, ну уже ладно. Самое главное, что никому бабла пока скидывать не надо, я могу чувствовать себя самым богатым на этой карте. Нет. Я хочу себя почувствовать дольше самым богатым. Так, мне все равно нужны прокачки, типа огненной стены, направленной магии, улучшенные заморозки. Мне нужно, чтобы еще алхимик бафать начал. Что? Зачем мы вообще здесь существуем с Тимуром? Не знаю, зачем вы здесь существуете. Ты справишься один. Вы мне просто как дополнительные юниты нужны, и все. Ну да, конечно. Дополнительные деньги, еще скажу, да? Не, ну деньги вроде нет. Деньги вроде вы мне не даете. Я сейчас стартую с меньшей суммы денег, так что... Хотя нет, наверное, с вами все же больше бабла можно заработать. Нет, самая маленькая сумма была у Тимура. У него на одну монетку было меньше, чем у нас. Я это заметила, кстати. Его игра обделила. Да, это забавно, то есть у нас там было 367, а у него 366. Он может написать разработчикам и сказать, верните мне мой $1. Один цент. Обычный, да?
Так, надо зоркий глаз качнуть еще. И что еще поставить? А, вспомнил, что мне нужно поставить. Без этого здесь никуда, как говорится. Так, только здесь позицию я немножко занял. Ну ладно, можно будет как-нибудь, наверное, по-другому. Здесь получается у меня мистический шип будет, прокачка, это будет офигенно, то стоять. Вот сюда. Мне нужен бумеранг Кайли, чтобы откидывать. Уже 33-я волна, а денег мало. Ну, кому мало, а мне нормально. Ну, мне тоже мало. У меня еще ключевые прокачки, я здесь самых основных персонажей ставлю, так что давайте, не надо. У меня тут заморозка, у меня тут алхимик, который будет бафать, и у меня тут огненная обезьяна-маг, который тоже будет призывать феникса. И самое главное, что у меня должно быть 2000, чтобы я купил натиск моб, чтобы в случае появления моб-шара мы его хотя бы откинули назад. И шансы то, что мы проиграем, будут явно меньше. Так, вот так. Хочу... А, Текс, тем временем надо нам что еще сделать? Я на самом деле за столько времени моего перерыва думал, что на Блумс выйдет какое-нибудь новое обновление. Я уже такой приду, о, новый герой или еще что-нибудь. А столько времени прошло, даже ничего особо вроде не появилось. Так грустненько немножко стало. Обычно мне нравится, если я беру какой-нибудь этот перерыв от Ютуба, там, или еще что-нибудь, или какие-то дела такие происходят, я прихожу через время, и там реально целая куча обнов вышла на те игры, на которые до этого не было обнов. Я такой, все, это новый контент. А так вот оно. Кстати, напишите, ребята, мне в комментариях какие-нибудь интересные игры, а то я не знаю сейчас интересных игр. Я почти не играл в последнее время в игры. Так что, может, если что-то есть интересное, я позаписываю по этим интересным играм интересные ролики, надеюсь. А? Вау. О, пошел у нас моб, который тут же и разлетелся. У меня проблема то, что ты своего алхимика так впихнул, что мне некуда... А, нет, есть куда. Да нет, там должно быть место. Мигнуло. Во, отлично. Во, прям идеальная позиция для деревни. Так, на тебе твои шейкели кровные, на, вот, держи, качай деревню, а то нам пока что невидимость надо видеть, Этьен пока что слишком маленький, он недоразвитый еще. Но скоро он будет управлять сразу большим количеством дронов, и наконец-то все будут видеть невидимых. Ну, это будет что хорошо. Нам и нужно. О, наконец-то лазерный. Еще 300 баксов. Еще 300 баксов мне нужно, чтобы бафать нас наконец начали все. Да у меня уж есть, они уже накопились. Так. Просто 300 баксов, пока я говорю, они уже накопились. Деньги-то идут быстро у нас. Так, на кого помню пойти? Ускоренный бросок, наверное, не буду пока качать. Так, обезьянку я более-менее качну. Так, надо дальше качать. Надо теперь 3000 копить, чтобы купить мне дыхание дракона. Я буду дыханием дракона всех драконить. Вот, а потом у меня феникс появится. Это странно немного, на самом деле, что у обезьяны мага появляется дыхание дракона, но призывает он феникса. Какое-то кидалово как будто произошло. Дыхание дракона от феникса, то есть? Ну, да, но вроде как бы логичная развязка была бы дальше, что дыхание дракона, а потом дракона его призывал. Но почему призывает феникса? Может, дракон подал на авторские права. Так, о, все, у меня есть дыхание дракона. Как ты быстро накопил. Конечно, я же всё, Бенджамин. Наконец-то. Вот так вот, да? Да, я быстро богатею. Ясно. Мне еще 4000 дадите, у меня будет феникс. Я буду всех фениксить и драконить. Может, даже вас буду драконить тем, что у меня есть феникс. Не надо нас с этим драконить. Так. Барабаны джунгли качни, кстати говоря, у обезьяни деревни, а то у всех скорости такие чуть-чуть медленнее. Бабло! Дайте мне бабло, пожалуйста, пока лично. Пока не дам. У меня скоро будет феникс. Тимур так-то здесь тоже присутствует. Че вечно с меня-то бабло трясут? А чё прокачать? А может, ты у нас генератор бабло? Обезьяне деревни увапите, не прокачаны барабаны джунглей. Тогда бы скорость атаки была у всех побыстрее в радиусе. Я подумал, подарок джунглей. Нет, подарок джунглей, он, по-моему, потом вообще будет. Это вроде у друида есть. Да, на друида. Ладно, так я друида поставил, я думал. Все, у меня есть феникс. Феникс. Сейчас буду всех фениксить, драконить. У кого-нибудь есть 2000? Нет. Я бомж, у меня нет денег. Извините. Да я знаю, у тебя есть деньги. Я нет, у меня 500 баксов есть, и я еще хотел качнуть бафы. Да? Да, ну ладно, когда. Такс. Так, призову я феникса, пусть он немножечко выйдет, прогуляется, постреляет. Подкиньте на гидру. Мне вот интересно. На ракеты гидры. Подкиньте на гидру. Да у нас тут у всех проблемы. Есть твоих юнитов, я их смогу скушать?
Нет, не сможешь. Просто мы уже, ради мы уже хотели такой ролик сделать как с тобой, ты? Типа, что ладно, ты бы мне портила игру тем, чтобы ты жрала бы моих юнитов, например. Ну так нельзя. Да, мы же хотели подобное сделать. Я уже забыла, извиняюсь. Вот зато есть Bloons TD Battles, который, по-моему, пятая часть, да, она или как? Да, ты предлагал когда-то. Вот, она 2D-шненькая такая, более старая, устаревшая, но прикол в том, что она типа более мультиплеерно ориентированная, и вроде как можно против друга посражаться там. Вот что мне было интересно, я хотел как-нибудь против Вайпити сразиться. Может быть, если вы лайки поставите, давайте хотя бы там... 1000-2 лайков наберем, а то после перерыва я не знаю, сколько вы лайков поставите. То у меня почти месяц не было. Вот, давайте 2000 лайков наберете, и мы следующим роликом постараемся как раз против друг друга сразиться в Bloons TD Battles. Вот, так, тем временем у меня есть... Можно скинуть Тимуру на этот... На Гидру. Да, вообще-то у меня тут прокачек самого хватает. Я так-то тут тоже важные вещи должен сделать. Как-то их рановато поставил просто некоторые. В смысле, я крепушку докачал. Докачал бумеранг свой. Держите ему. Спасибо. Я еще алхимика хочу докачать, чтобы баф был на больше. Более крутой баф за 3000 будет тогда. Банк у тебя есть еще есть, так что. Да, только я бомж. Там 500 монеток. Тот, у кого есть банк, тот не бомж по умолчанию, когда особенно есть вклады. У тебя Бенджамин. Да, вот. У тебя Бенджамин. Это почти то же самое, что вклады. Мой Бенджамин бафает банк Вайпити. Поэтому... Моя прокачка бафает именно в способностях мой банк, поэтому ничего не знаю. Вообще-то у меня тоже есть вклады, так что ничего не знаю. Первые вклады у меня были, значит мой банк. Да, так не считается. Так, у нас что-то как-то далековато начали враги заходить, мне немножко это не нравится. Так что если у вас где-то что-то по боевой мощи не докачано, то докачайте. Вот. Мы можем, делаем. Найс. Все, сейчас проиграем, Тимур прокачал своего дротикомета. Да. Не, он, кстати, хорошо дамажит с ракетами, но его вот как-то бы более, мне кажется, прикольнее можно его поставить. Вот я бы, наверное, знаешь, как его поставил? Я бы, наверное, вот прямо вот где снайпер у тебя сейчас стоит, вот где-то туда бы его ставил. А я туда не могу ставить. Это же твоя зона вроде, нет? Нет, не моя. Нет? А, ну ладно. А, тогда. Это моя зона. Я бы там поставил, но не могу. Окей, тогда не вопрос. Все, я беру свои слова взад. Вот. Да, и что ты можешь взять, правильно? Ну да. Куда уж? Куда уж? Куда уж мне еще? А в смысле у меня прокачка? А, ладно. Текс. Я дальше хочу качнуть. Что я хочу качнуть? Даже не знаю, что я еще хочу качнуть. Я вспомнила, что я не поставила. 2000. Я, по идее, все основное поставил, мне дальше либо банк строить, либо что-то докачивать. Но я уже прокачал все основные, остальные стоят миллиарды. А почему тебе нужно заводить, мне у тебя вклады есть? Надо работать, у меня нету вкладов, потому что у меня нет денег, чтобы их вкладывать. В смысле? Короче, мне надо делать так, чтобы у меня первый... Ну на. Сейчас буду бедным. Буду вообще без денег сидеть. Какой нет денег? У меня теперь нет денег, я отдал Вайпити. Отлично. Нас скоро противные толстые волны пойдут, поэтому если есть возможность усилить боевую мощь, то усиливайте. Я сейчас двойные пистолеты возьму. Я-то без денег пока что остался. Сейчас вот чутка потихоньку подходит, уже лучше. Так, климючек нафиг здесь не нужен. Я думаю, что и без него можно здесь справиться. Снайпер тоже никуда мне здесь не... Может быть, мага? Не, маг тоже так себе. Маг, у тебя есть. Разборка это что делает? Есть еще другой вариант мага. Какая разборка? Стрельба из какой-то намет, наносит дополнительный урон. А, окей, понял. Ребята, что вот это делает? Я знаю. Тут никто... Ой, тут кто-то не прокачал даже обезьянку. Я зачем она? У меня основное для другого. Эта обезьянка 705 урона нанесла, но могла бы больше. 105 шаров убила. Но она могла бы больше. Но она на это не способна. Я вообще хотел супер обезьяну сюда воткнуть, но что-то как-то не втыкается. Я, короче, вот что сделаю. Так, вот сюда встанет у меня бомжа обезьянка пока что. Вот ее и буду качать. Так, а почему не свою придумал? Потому что у этой все бафы есть от деревни. Вот это будет интересно. А дальше так, это Тимур, будет... тебе нужно этот ракетный дождь вообще-то изучить. Так у него денег нет, по-моему, нет.
А где мои деньги, которые я инвестировал в Апите? На. Это все, что было. Что это за 500 баксов были? У тебя в банке больше лежит, я видел. В смысле? Посмотри на мой банк, сколько там лежит. А куда только что 5000 пропало? Тимуру. Я прокачал ракетный дождь. Все, Тимуру ушло. Ты следишь за моими деньгами, все понятно. Ну да, я там так-то моя часть, моя доля, мои проценты. Ну вот она ушла Тимуру. Все понятно. Как Тимура кикнул? Сейчас. Не знаю. Держи. Просто берешь и кикаешь. Альта в 4 из игры, сам от вас ушел. Косарь забрали. Да, мне просто 27 тысяч нужно на мастера арбалета. Либо на пробивание с ссылками 32 тысячи. Да, чуть-чуть так. Ну, мастер арбалета крутой чувак, как бы, он хорошо затащит, и мне показалось, показалось. Я думал, что враги заходят, я думаю, как это так, в смысле, так все хорошо шло, и тут такая трагедия произошла. Вот. Мы и так под землей, но я не хочу на дно. Вот. У нас тут свой Майнкрафт. Тут можно, кстати, на летучих мышек пощелкать. Вы про это знаете? Да. Нет. Чё, тут похвастаться нельзя. А, ну все, отлично. Хоть как-то кого-то это удивило. Это как голуби в этом... Да, как голуби в настройке или как оно там было. Я не помню. Голуби настройки. Название детектива. Голуби настройки. Так, это, кстати, последняя у нас волна получается. Да, все выходит уже. Зомг. И сейчас его размотает еще и этот... До свидания. Ультрадрон вышел, и все. Опа, ну давайте дальше попробуем. Так, вольная давай. Игра, может быть, получится. Да, сотый дайте, кто ж его знает-то. Так, 10 тысяч времени у меня есть. Если было бы 32 тысячи, я бы сама купить себе пробивание сосульками. Но пока что не могу. Да. Можно, конечно, еще было бы один банк построить, но... Продай всех персов. Это для слабых. Да, давай продам всех. Так, аккуратно. В принципе, хорошее решение. Гениально, я бы сказал. Тимур плохого не гений. Посоветует. Короче, смотри, тебе не нужно выигрывать Блунс ТД, если ты в него не играешь. Да. Так, у нас... И... Ну все. Ну все, проиграли. О, наконец-то у меня финансирование появилось. Ё-моё, как долго этот скилл качался. Капец, у меня есть 15 тысяч долларов. Мне нужны еще 15 тысяч долларов. Дайте мне 15 тысяч долларов. Если бы они у нас были. А чё у вас? Я тут, блин, нет. Хотя бы косарь заработать пытаюсь как-то, чтобы прокачать. Какая башня больше всех поубивала? Всё прокачал. Наверное, Адора. Наверное, Адора больше всех поубивала. Ух ты, какая там жесть происходит. Я все кнопки нажал. В смысле, у тебя самые убойные ульта и у Адоры, у меня ульта особо ничего не делает. Нет, больше всех, кстати, убил этот Гидра, который... Ракетомёт, чем Гидра? Он реально настолько полезен в этой карте оказался? Он больше убил, чем моя Гидра. Ой, это, блин, моя Адора. Моя Гидра. Здесь где-то есть Гидра, ребят, найдите. Еще 12 тысяч дайте, позязя. Очень надо позарез. У меня вторая Гидра сейчас будет. На, всё. Ещё немножко осталось. Так все, что у а меня. А сколько было... надо? Еще 4000. Не. В смысле, не. Да. О, все, у нас. Теперь есть шанс выиграть. Ждем других игроков, думал, вылетело. А почему ты копишь больше? Почему ты копишь больше, чем тебе надо? В смысле? На мастера балета 27 тысяч. Я говорю, на этот, как я, на пробивание сосульками копил. А то у нас пойдут ДТТшки спокойно. Я думал, ты на мастера арбалета копил. Я бы, конечно, с радостью на него копил, но проблема-то в других башнях больше, чем... Ой, фу, проблема в других шариках будет тогда. На простых-то хватит урона, а ДТТшки пролетят. Нам еще Бэда надо как-то завалить, поэтому нужны будут мастер-арбалетчики, скорее всего, точно. Вообще не знаю, как Бэда на этой карте валить, он так быстро может пройти, капец. Тут здесь пройдет просто... Тем временем все плохо. Да, ну, с заморозкой стало лучше. Я сейчас на вторую накоплю. Заморозку? Пробивание с сульками. А зачем? Ой, нам одной хватит более чем. А что мне копить тогда, я поставил? Абсолютно ноль, тоже... может? Ну, так. Можешь супер обезьяну попробовать качнуть или еще что-нибудь. А у меня вот вопрос, а нам не нужна обезьяня разведка? Вообще штука полезная, поэтому лучше ее качнуть все же. Она как бы
все качнуло. Ну вот. Уже поздно. Минус деньги. Да не, хорошая штука. Хорошая штука, все нормально. Мы проиграли. Я же Тимуру пишу, выгоняем в IPT. В личку. Выгоняем Тимура. И в то же время пишу, выгоняем Тимура в IPT. Двойная игра. Ой, проблема. Аккуратно. Это ДТшки. Это ж понятное дело. На 95-й вроде их много выходит, нет? ДТшка бежит с такой скоростью, сердечко ёкает. Ёк. Да, ёк. Ёк-макарёк. Я думала, кто пошутит насчёт этого. Я пошутил. Я прям ждала. Всё плохо. Да, не, вроде нормально. Мне 200 не хватает. 200 баксов? Да. Во. Сказал бы. А, все уже. Что? Че ты 200 баксов скидывал? Мы умерли из-за этого. Убийца БФБ. Поняли? Ну, короче, вот такая вот каточка. Давненько у нас Блунс не выходил. Надеюсь, на все же вам понравилось. Если вам понравилось, то Блунс, конечно, будет больше выходить. Надо еще какие-нибудь челленджи будет устроить. Надеюсь, в комментариях вы про них что-нибудь напишите. Может, у вас есть идеи каких-нибудь интересных челленджей. Если вам вообще Блунс интересен, поэтому лайк давайте ставьте. Мне там вайпте, Тимуру давайте ставьте лайки. В описании, кстати, все ссылки, еще раз напоминаю. Ну, в общем-то, всем удачи. Всем пока. С вами был Кристалл. Пока. Ждем. Всем пока. Отлично. Все, всем пока.